Ребят, я не могу просто уснуть. Мне всю ночь слышатся какие-то, мать вашу, страшные звуки. Я не знаю, что это такое. Я уже не могу спать примерно четвертую или пятую ночь. Каждую ночь вот это. Я, в принципе, не знаю, что это такое. Мне просто нужно с кем-то поговорить, потому что мне попросту страшно. Ребят, я... Матушку! Извините, то, что я немножко убитый. Она вернулась! Не смей перематывать ролик, потому что если ты перемотаешь ролик, эта флешка завтра к тебе придет в гости. Что она от меня хочет? Как она возвращается? Как ты и все остальные подписчики писали в комментах, эта флешка как бумеранг. Ее, мать вашу, просто выбрасываешь в окно с 30 этажа. Она возвращается рано или поздно. Это уже не подписчики, это уже какое-то проклятие. Ладно, я сейчас ставлю флешку в комп и посмотрим, что там такое. Твою мать. Я вернусь! Папка называется «Я вернусь». Это карта в Майнкрафте. Папка «Я вернусь», а карта называется «Жди». Хорошо, хорошо, жду. Сейчас я установлю эту карту, и мы посмотрим, что нам нужно ждать. Но перед этим, чтобы эта флешка не пришла к тебе в гости, сегодня ночью, ты должен поставить лайк. Прямо сейчас. Наберем 30 тысяч лайков, и обещаю то, что сразу же выйдет новая серия. И я прям чувствую, что в ближайшее время мы наконец-то уже узнаем, кто владелец этой флешки? Чья жопа мечтает быть наказанной? И чья жопа мечтает, чтобы в нее вставили эту самую флешку? Я мечтаю на самом деле, чтобы я в эту жопу вставил флешку. И эта жопа тоже мечтает. И скоро твоя мечта осуществится. У каждого своя мечта, у каждого свои загоны, поэтому жди. Не забудь вазелин купить. Тебе явно пригодится. А то без него будет слишком больно. Потому что я целую флешку тебе засуну. Прям полностью. Не смешно! Устанавливаем карту. Смотрим. Ну, я и не ожидал то, что это будет какая-то другая карта. Я сразу знал то, что это будет троинг. Фух, ладно, новое испытание. И в конце этого испытания мы выясним, что же на... Что же нам хочет сказать подписчик? Как я понимаю, там снизу опять какой-то сундук, да? Хуя! Иди сюда, иди сюда, иди сюда! Твою мать! Нет, мне кажется, я туда не смогу вообще никак... Алло! Никак не смогу достать... Не-не-не-не-не-не-не, он слишком глубоко... Сейчас! Ой, давай, давай, миленький мой! Давай, давай, ты же умеешь плавать, ты же любишь плавать, давай! О, так, здесь есть какой-то паркур, и я до... Опа. Ага. Я ж мастер паркура. Мастер. Мастер паркура. Я всех... Опа! Меня немножко штырит, или здесь невидимый блок, который... Подождите, подождите. Оп, оп, оп. Это невидимый блок, да? А, да, да, прекрасно, прекрасно. Значит, мне нужен какой-то другой способ пробраться через вот этот лавовый лабиринт, или что это такое, потому что через паркур я никак не смогу, потому что вот здесь у нас блок-призрак, как он называется, и как только я на него наступаю, я сразу сквозь него проваливаюсь. Ладно, ну ладно. О, твою мать, я даже не заметил то, что здесь сундук какой-то есть. Иди сюда! Мне кажется, или я здесь как-то... Выше прыгаю, подождите, вот здесь вот так, да? Ап, 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 ап. А здесь? Вы не замечаете то, что я как-то медленнее подлетаю? Чё за хрень?
здесь вентилятор! Ладно, ладно, давай, подождите, может... Вот кто мне скажет, вот ты мне скажешь рано или поздно, почему каждый раз, когда я записываю ролик, у меня чешется нос? Каждый раз. Это что за проклятие такое? Я не могу записывать ролики без того, чтобы у меня нос чесался. А-а-а! Хорошо! Хорошечно! Ладно, еще раз разбег. Подожди, а может... Вот, тут же выше как-то. Твою матушку, ну допры... Ой, а сейчас кое-что другое чешется. Я извиняюсь, то, что я перед вами так открываюсь и показываю, что вам чешется, но что я могу поделать? Я тоже человек, у меня тоже много всего чешется, не только нос, а кое-что другое тоже. Что поделать? Что поделать? Иди сюда. Подождите, а если я прыгну вот сюда, с этой возвышенности, на вентилятор, вот допустим... Опа! Так, там что-то было! Как мне забрать? Так, я там что-то видел, там какая... Забрал! Чё это такое, а? Чё? Твою мать! Успокойся, матушку твою! Успокойся! Куда? Алло! Так, опять нос чешется. Неожиданно так... А, вот! Это грэппл-хук! Как эта фигня на русском называется, ребят? Грэппл, хук, притягивает. Хрен его знает, напиши в комментах, пожалуйста, как вот это канатка, не знаю, как это называется. Так, хорошо, как я понимаю, сейчас мне нужно с помощью вот этого притягателя, канатка, будем так называть, я не знаю, как она называется, мне нужно пройти вот этот лабиринт, да? Да! Но не все так просто, как кажется, потому что подписчик любит меня троллить, и он любит мне всякие... Подождите. Твою мать! В смысле, там тоже невидимая стена какая-то, сквозь которую я пролетаю! До свидания. Угу, прекрасно. Так, ладно. Подождите, все. Оп. Да, твою мать! Куда? Не все так просто, как кажется, на первый взгляд. Спокойненько, ага, да, здесь невидимые блоки, ага. Ух ты, ёхты, мохты. Значит, мне туда нужно, да? Как я... Ай, твою мать! Не все, я еще раз повторюсь. Не все так просто в этой жизни, как выглядит. Все, стой. Стой, я сказал! Ребят, это слишком как-то сложно, не могу понять. Я не могу приноровиться с этой... Притяга. Опа! Ага, да, зашибись паутину. Ага, подожди. Оп! Привет. Успокойся. Руки вверх. Я поднял руки. Пацаны, не стреляйте, пожалуйста. Я через границу переступать не буду. Какая граница? С Молдовией? Да нахрен мне ваша Молдовия сдалась? Я никогда туда в жизни не собирался. Я просто мимо пройду. Стена Трампа, говорите. В смысле стена Трампа? Стена Трампа на границе с США и Мексики. Причем здесь Молдовия, причем здесь Европа. Пацаны, вы дебилы? Вы умственно отсталые? Ну, если вы умственно отсталые, тогда я пойду просто. Все нормально, пацаны. Какая Молдовия? Мне не нужна ваша Молдовия, дебилы! Ага. Все, тихо. Ага, я уже приноровился немножечко. Пацаны! У меня есть загранпаспорт! Так, здесь есть выход. Я знаю, где есть выход. Я уже почти справился. Пип, тихо. Твою. Ага. Все, тихо. Я руки поднял. Все нормально. Пропустите, пожалуйста. Я вам запошляю немножечко. 3 рубля хватит на кофеечек. Зашибись. Да ж, как работает эта демонская машина, я ничего не могу понять. С первого раза как-то только что получилось. Ай! Вот, притягиваемся. Ап, все нормально, пацаны. Ни хрена не понимаю. Тихо, не... Ядрёна, что напишите в комментах. Матрёшка, кочерышка. Много еще всяких вариантов.
Тихо, пацаны, успокойтесь. Сейчас я догорю, жопа остудится, я остыну, ухо почешу. У меня, мать вашу, чесотка. Нужно просто провериться у врача. Все, 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 тихо. Оп, все. Пацаны, пацаны! Нет! Да как? Ёб твою мать! Просто ёб твою мать! Оу! Куда? Вы это видели? Он вернулся! Вы это видели? Я его выкинул нахрен просто в космос! Подождите, 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 если его там нет. Вот он, дебилус! Оп! Да как ты меня убил, шмонька-монька? Да, вот, все нормально. Оп. А, я сразу мог туда перепрыгнуть. Оп. Оп. Опа! Иди в пень, карапуз! Чё это за незапланированная сходка подписчиков? Здорово. Снимай штаны. Я говорил, что вернусь. Извращуга, я не буду никакие штаны снимать. Ага, то есть это опять мне подписчик угрожает, то, что он возвращается, да? А что здесь вот эти подписчики делают? Посмей меня только убить, только посмей меня убить. Вот только посмей меня убить. Посмей, вот посмей, семью твою все убью. Так, а чё за фиг... Скатился. Неинтересно смотреть. Ну так не смотри, если неинтересно. Где снайперы? В 2017 году было лучше. Ну так изобрети машину времени и тпхайся в 2017 год. Что я могу поделать? Раньше было лучше. Ребят, люди меняются от сезона до сезона. Не каждый год, а каждые 3 месяца я просто становлюсь каким-то другим человеком. И я начинаю записывать другой контент, потому что нельзя стоять на месте. Если бы я до сих пор записывал троллинг, вот тогда бы я скатился. Как вы не можете понять? То, что нельзя всю жизнь записывать один и тот же контент. То, что я сейчас записываю что-то другое, это как раз-таки дает знать то, что я не скатился, и то, что я каждый раз выхожу из ситуации, каждый раз придумываю что-то новое. Я не стою на месте. Нельзя смотреть всю жизнь один и тот же контент, потому что он попросту надоест. У вас сейчас внутри играет просто ностальгия. Если бы вы на протяжении вот этих еще 2 лет смотрели троллинг, он бы вам уже просто осточертел. Одно и то же по кругу. Ну так иди нахрен со своей машиной времени 2017 и смотри, опять нос чешется. Запиши троллинг, ну плиз. Массаж. Геморроя не хочешь? Скатился. Спасибо. Флешка — это постанова. Ты просто гений, кто это говорит. Предал Мунсруфт! Сильное заявление! Почему вы разъехались с Жекой? Потому что я такой же человек, и он такой же человек обычный. Почему мы должны всю жизнь жить вместе? Люди также надоедают друг другу. Интересы расходятся, появляются другие компании в жизни, и просто людям больше не интересно вместе. Вы поссорились? Вы меня просто решили, да, забить этими вопросами. Если мы перестали общаться, это не значит, что мы поссорились. Мы просто надоели друг другу. И мы общаемся меньше, чем раньше, потому что за этот год проживания мы 24/7 видели друг друга в соседних комнатах. И мы уже, знаете, как надоели друг другу? Просто по горло надоели друг другу. То, что мы уже видеть друга не могли. Поэтому мы разъехались, чтобы эта вся хрень дальше не зашла. Где троллинг? В жопе твоей. А я думал, Эдисон гей. Ну, это тоже еще одна причина, почему мы разъехались. Ага. Зажрался. Променял подписчиков на день-гни. Если бы я зажрался, я бы не записывал бы для вас ролики. Если бы я зажрался, я бы не вкладывал свою душу в ролик. Я бы просто вас кормил дерьмом. Но нет, я в каждый ролик вкладываю частичку своей души. Если тебе что-то не нравится, иди смотри своих нубиков. Пускай на тебя вот так сверху... Люд говном, и тебе это нравится. Если тебе не нравится тот канал, где с тобой делится всем, что происходит в моей жизни. Верни ролик с Жекой. Раньше был лучше. Ага, ага. Запиши с Викой Картер. Ага. Сосись с Жекой. Где какая Катя? Я не говорю именно про тебя, я не говорю именно тебе в лицо. Я говорю, в общем, про подписчиков, которые до сих пор
спамят комменты вот этими вопросами. Какая Катя? А ты разве не гей? А я думал то, что Эдисон гей. А почему ты больше Жекой не снимаешь? А Эдисон и Жекой вот это самое делали? А почему вы разъехались? А вы что, больше не дружите? А где троллинг? Рано или поздно вы доиграетесь своими вот этими предъявами. Какая Катя? Вернись к Жеке. Кто его знает? Может, как раз из-за этого, не дай бог, я расстанусь с Катей, потому что вы достанете и меня, и ее вот этими вопросами. Так же, как и мне это неприятно, так же, как и ей это неприятно. И то, что каждый раз под комментами я нахожу вот эти сообщения. Где Жека? Променял бабу на лучшего друга! Ты не знаешь, что происходит в моей жизни. Ты не видишь, что происходит за кадром. Хоть и я и пытаюсь тебе донести все, что здесь происходит. Вот если, не дай бог, такое случится, это будет на твоей совести. Потому что ты думаешь, что я робот. Я просто сижу и хреначу 24 на 7 ролики. Но ты не видишь, что я, мать твою, такой же человек, как и ты. У меня есть уши, у меня есть руки, у меня есть все остальное. Так вдолби себе в голову то, что я ничем не лучше тебя. И ты ничем не лучше меня. И я такой же, как и ты, просто я взрослее. Я так же ходил в школу, как и ты сейчас ходишь в школу. Тебе в будущем также предстоит взрослая жизнь. Поэтому посмотри на меня и поставь себя на мое место. И не заебай меня, пожалуйста, вот этими вопросами, где Жека, где троллинг. В прошлом я уже отвечал, почему нельзя жить одним контентом на протяжении всей жизни. Вот как раз-таки то, что я нахожу выход с любой ситуации, и я каждый месяц придумаю что-то новое. Вот это, мать твою, дает знать то, что я не скатился. А если я для тебя скатился, и для вот этого подписчика, мать вашу, с флешкой, вали нахрен с этого канала.